Че денег? Нас предало болтливое древо. Я есть Грут? Я не говорю по деревьему, древо. Эй, оскорбляй Грута, ты оскорбляешь меня. Воу-воу-воу-воу-воу-воу, давайте остынем. Леди Хеллбендер нам отомстит, имей в виду. Пусть встанет в очередь, сперва я звякну Карел. Чем скорее заплатим штраф, тем лучше. Да, а то мы по нищете уже истосковались. Как странно. Только о деньгах думаешь, грызун? Нет, еще я думаю о бомбах. И о бухле. Бомба из бухла! Ники! Это правда? Ты правда мой отец? Что-то не то со связь. Штука-то крутил? Да, один черт. Ники, мама рядом. Мне нужно с ней поговорить. Она со мной. Во мне. После вашего ухода мы вошли в карантинную зону. Я спряталась на борту. Черт, сужал диапазон? Первым делом, проблема не в этом. Ты пропадаешь, Ники, позови маму. Я знала, что ты мой отец. Так много бед. Кажется, с девочкой что-то случилось. Вступила в корпус снова. Да разберись ты. Да, ваше королевское величество. Проверь узел связи. Я могу его вернуть. Я могу всех вернуть. Нужно только... Ракета! Смотри, что она сделала! Сжимала все к хвостам! Я думала, Корел конфисковала все. Значит, нет. Ракета, а твоя техника? Кумпола головы ее прихватили. Но забыли тупую ламу! И вот она сживала нам связь, хвост ей в глаз. Обещаю, мы все починим скоро. Ты еще обещал, что твоя подружка нам скидку сделает. Да, как же. Эй, это обидно. Сказать, что обидно, Квилл? Быть единственным среди вас, кому не наплевать на Милана. Так, народ, придется в порту чиниться. К счастью, меня знакомы на забвении. Запчасти он найдет и снимет трекер Нова за полцены. Не бросим же мы дитя. Она вела себя странно. Лама сожрала провода, Драк. Сможет это... Просто помехи. Если мы снимем трекер, Корел весь флот корпуса Нова поставит на уши. Гамора права, мы пообещали. Я пообещал. Найди местоположение Корел. Выплатим штраф. Квилл, ты издеваешься? Зато на хвосте не будет висеть Нова, когда пойдем на следующее дело. Да, если это дело будет. Приструнить эту зубастую тварь. Пусть только попробует вернуться и продолжить грызть мой корабль! Ясно. Я думаю о том, что ждет нас в будущем. Новые сражения. В другой раз стоит взяться за контракт, не предполагающий сражений. Тогда зачем ты нам нужен? Устранение врагов не единственное, в чем я силен. Мы могли бы быть уже на полпути к забвению. Я из Грут.
О, класс! Ты сделал загончик. Ты же не хотела лишить нас связи. Равно бы у нас не получилось ничего спрятать от Карелла. Класс. Это Сикнарфа 9. Тут нужна вода. Гамора, ты нашла? Это куклы? Да. Нет. Неважно. Надежда Халы в системе Тайо. Координаты на консоли. Ну, а чего ты закрыла экран? Не твое дело. Неужели? Кажется, ты пытаешься от нас что-то скрыть. Да, так и есть. Не хочу расстраивать, но я все видел. Никогда бы не подумал, что ты собираешь кукол. Да, я их коллекционирую. У многих есть хобби. Грут собирает растения, а Ракета любит бомбы. Да-да, а у Дракса полно очень страшных ножей. Вот, ничего необычного. Пожалуй. Знаешь, в детстве я тоже много чего собирал. Бейсбольные карточки, фигурки... То есть это занятие для детей? Нет, 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 я не об этом. Да шучу я, Питер. Плевать мне, что ты думаешь, но я не хочу обсуждать свои хобби. Время уходит, Питер. Карелл, наверное, следит за нами, ждет какой выпуск... Ну ладно, Карелл. Готовься к сюрпризам. Ты правильно выбрал. Похоже, твоя подружка все-таки сдержала слово, Квилл. Это точно ее корабль? Сканирую. То же название, что прежде. Это Надежда Халы. С моим кораблем. Без паники. Стандартная процедура. Мой корабль в ажуре. Какая его часть? Спроси Квилла. Это он бьется обо все подряд. Ладно, идем заплатим. Эй, делаем ставки. Воссоединится ли Квилл с дамочкой Копом? Зная Корел, я бы удивилась. Грут, ты серьезно? У Питера много плюсов. Например, волосы. Ты верно шутишь. Ты громко выражал свою неприязнь к прическе Питера Квилла. Ну что, вперед. Если они поцарапали краску, заставим корпус снова уменьшить штраф. Удачи с этим. Это ужасный халат. Халатность. Я так и сказал.
А где все? Большинство станций ново автоматизированы и управляются миросознанием. Это нервирует. После войны у них не было выпуска. М-класс. Корабль Милана. Перемещен в отсек F-73-4PL. Перед вылетом предъявите заверенный билет стойки. Как мы свалим с этого булыжника? Они переместили его, чтобы освободить ангар. Ты откуда знаешь? Вообще-то я немало полетала с корпусом Нова. Помнишь? Хочу забыть. По сравнению с ее прежней компанией, это прогресс. Да, но в итоге ты оказалась с нами. Так, а вот здесь кто-то должен быть. Может, выходной? У копов не бывает выходных. Есть кто? Я из Грудь. Нам нужно выплатить штраф. Мы ищем Центуриона Карел. Дверь закрыта. Все, мы попытались. Пошли отсюда. Мы не уйдем. Найдем их, если придется. Слушай, может, попробовать как-нибудь открыть дверь с другой стороны? Мне теперь взламывать систему безопасности корпуса Нова? Ну, если ты не потянешь... Манипулятор! Да, закрыто. Проверяешь меня? Хочешь пить, да? Кажется, эта машина не работает. Может, закончился нужный вкус? Может, нужно дождаться своей очереди? Очень вряд ли. Гляньте. Монитор показывает 9 человек впереди, но здесь никого. Мне это не нравится. Давайте все же откроем эту дверь. Ну, я ее взломаю. Но панель там, а мы все здесь. Ты осмотрел другие комнаты? Баночку звездной мощи. Машина не работает. И не в моих привычках давать займы. А я сказала, что отдам. Заткнись! Нам лучше уйти. Что? Крут говорит, что в комнате управления есть воздуховод. Если он есть и здесь, я смогу пробраться. Вдруг они ушли на перерыв? Я есть Крут. Крут говорит, что стойка еще открыта. А я говорю, не наша проблема. Где же они? В кои-то веки нужен коп. Меня бы устроил и дежурный. Странно. Что именно? Помимо всего этого? Ничего нет. Даже экрана приветствия. Они же работают? Они должны. Смысл в постоянном подключении к миросознанию. Оно нарушено. Ага, техника нова не особо сильна. Не рассчитывай, что я взломаю миросознание. Но с защитой низкого уровня я справлюсь. О, воздуховод открыт. Мы повредили собственность корпуса Нова. Ну, чуть-чуть. Так, ракета, проверь, ведет ли воздуховод в ту комнату. И будь осторожен. Знаешь, мне все еще не нравится этот план. Но возможность поковыряться в технике корпуса Нова – неплохой утешительный приз. Что-то странное в системе питания. Работает только резервно. Вот тебе схема. Ты все знаешь. Скажи, где переключить.
Запитать можно лишь несколько мест одновременно. Понял. Ха-ха-ха, умно. Но вы не подумали об этом. Смотри и учись. Не хочу думать, сколько чудовищ придется продать, чтобы расплатиться. Мы на виду у камер наблюдения, но нас не задержат. Вот и дверь. Не та дверь. Ну все же, прогресс. Эй, тут туалет! Никому не надо! Не надо, только подальше отсюда! Воды, позависаю-ка я тут в темноте! Да, блядь, конечно, могу! Упс! Что упс? Ничего, порядок, главное не трогать! Есть! Окей, типа, уже что-то. Это дверь у нас за большой энергией. Поищи еще соединение. Есть там кто? Ща разгорям. Ай, хвост тебя бери! Я не скрут. Я не напортачил, я кое-что перенаправил. Преждевременно. Что ты творишь, Питер? Соединения не было. Думал, это поможет. Нет, не помогло. Вуаля! Тут подозрительно тихо. Что они делают? Сканируют друг друга. Зачем, интересно? Они свихнулись. Эй, вы! Слышали? Мы просто проигнорируем его вопли? Нам не до чужих проблем. Своих хватает. Но хоть в этом мы согласны. Это место навевает воспоминания. Ты служил в корпусе Нова, Питер Квилл? Что? Нет. Но был на опознании. Раз, два. В общем... Эй, у них тут парень с земли. Его зовут Джек Флаг. У всех земляков такие нелепые имена. Нет, только у крутых. 1, 2, 3, 4. Нет. Хвост с ним. У меня ничего не выходит. Я себя ощущаю, словно в доме с привидением. И ты при этом не хочешь сбежать? Не работай. Только не падай, только... Чёрт! О, жутко. Эй! Нет, испугался. Это что? Броня Центуриона. Ага. Не стесняйся, Квилл, прими. Настоящему воину броня не нужна. Ты в нее все равно не влез. Правда? Можно примерить? Если хочешь растечься лужей слизи, они генетически закодированы миросознанием. Хочешь сказать, у миросознания есть генетический код всех центурионов Нова? Ага. И жуки пытались... Вот это прям было хорошо. А, неудивительно, что дверь взвесилась. Тут ротор вращается. Здесь все так аскетично. Должно. Только гляньте на это. Наверное, закоротило. Я мог бы справиться с Центурионом. Знаешь, однажды я дрался с Милленианом. Центурионы крепче. Подвинешь ракета? Надо как-то заглянуть механизм, но не знаю как. Что-то на скорую руку, чтобы остановить шестерни или замедлить их. Питер Квилл, может, механизм можно заморозить, как на сектарной 9? Как думаешь, сколько за такой костюмчик отвалят на черном рынке? Только гляньте на это. Наверное, закоротило.
но не знаю как. Нужно что-то на скорую руку, чтобы остановить шестерни. Питер Квилл, может, механизм можно заморозить, как на Сигнарфиде? Так, надеюсь, удержится. А почему тут отдельная комната? Это мастерская. Знаешь, говорят, они покрывают их каким-то умным ксандерианским металлом. Металл не бывает. Поумнее некоторых. Засунуть гранату в резинового утенка, укушу. Так, принимай работу. Ты совсем тупой, да? Такое, знаешь ли, на дороге не валяется. Должно быть какое-то объяснение. Надежда Халлы — большой корабль. Может, они все там? Или, может, тут все вокруг заражено вармирянской оспой? Я начинаю чувствовать небольшой зуб. Ага, а у меня тут заноза в заднице. Ракета, поколдуй. Нет. Что? Я сказал нет. Когда ты придешь в себя, Квилл? А потом он протащит нас через полстанции, если мы ему позволим. Грут, поговоришь с ним? Знаешь, Грут. Нет. Гамора, помоги мне. Не знаю, Питер, он прав. В какой момент мы остановимся? Когда кого-то найдем. Не могли же все пропасть. Дракс, ты не вскроешь эту дверь? Это незаконно. Тебе лучше попросить грызуна. Ладно. Еще одна комната. Если мы так ничего и не найдем, уходим, хорошо? Ладно, еще одна комната. Не две, одна. Дверь заперта, обратно мы уже не выйдем. Я думала, у Нова больше кораблей. Слышал, у них дефицит кадров. От кого? Птички. Напели. В смысле, знающие птички. Питер Квилл. Я вот что нашел. Сектор 1. Прием. Проверка в секторе 1 завершена. Уровень принятия 75%. Как она и обещала. Верьте. Обещание будет исполнено. С
следуйте в сектор 7. С Верой. Что ж, прекрасно. Мы не одни. Идут переговоры. Пусть вернут мой корабль. Мой корабль. Но есть подвох? Ну, похоже, они ищут что-то или кого-то. Так вот, почему здесь пусто. Да и хвост с ним. Зови кумпологоловых сюда. Обещание будет исполнено. Следуйте в сектор... Эй, слышно меня? А он включен? Мы ищем Центуриона Карел. Кто это мы? Стражи Галактики. Нам нужна Центурион Карел, штраф заплатить. Приветствую, Стражи Галактики. Я с удовольствием помогу вам. Где вы находитесь? Мы... на какой-то наблюдательной станции. Принято. Оставайтесь на месте. Мы придем за вами. Ну, что сказали? Придут к нам. О, а мы уже не ждали. Где Центурион Карел? Уверуйте. Сейчас ее с нами нет. Уверовать? Правда? Мне кажется, или они светятся фиолетовым? Я не верю им. Если есть запасной план, пора его осуществить. Я есть Крут. Идемте. И все прояснится, когда вы познаете обещание. В смысле здесь нет Центуриона Карел? Ее корабль пристыкован снаружи. Я понимаю вашу тревогу. Мы умиротворим ваши беспокойные души. Идемте, Стражи Галактики. Мы отведем вас на Надежду Халы. Тогда и вы обретете веру. Надо вернуться на корабль. Еще бы. Круть, круто. Это классное предложение, только... Прости, как там тебя зовут? Можете называть меня Карлос. Точно, Карлос. Слушай, нам правда только штраф заплатить. И мы пойдем своей дорогой, а вы своей на ритуалы, или что там у вас. И все в итоге в выигрыше. Возможно. Вы приняли ее священное обещание? Смотря что она обещала. Чтобы обещание исполнилось, все живое должно принять его всецело. Идемте, уверуйте. Итак, Вилл, нам не вернуться тем же путем. Ладно, меняем план. Обратим их в нашу веру. Очистите еретикон! Головодой! Уничтожьте ракета! Давай лупи! Сделай шагу, Гамона! Бежим! Мы просто хотели заплатить штраф! Господин, не дай! Почему они на нас напали? Тут явно творится что-то странное! Это дурно отразится на нашем штрафе. Думаю, это уже не важно. Раз двери хана, мы выйдем тем же путем, каким они вошли. Так что готовьтесь к драке. Надо найти Карел. Она должна знать, что происходит. Если она тоже не попытается нас убить. Ну нет, она не станет. Кажется, будет драка. Уже началась. Плохо. Вмять. Нова бьет Нова. Кто победил? О, вот и ответ. О, нет. Дело плохо. Я не хочу ждать здесь смерти. Но у нас нет особого выбора, дурья ты башка. Помрешь же. Проклятье, брат. Он справится с ними. Но мы не можем ему помочь. Мы можем ускориться. Скажи спасибо, что эта штука не падает после обстрела. Я должен был прыгнуть вслед. Да, прям то, что нам нужно. Два идиота. Приехали. Готовьтесь к бою. Не забудьте о Драксе. Нужно как-то ему помочь. Что там, парень без рубашки? Кто-то пытался сбежать!
Чем и надо за мои многочисленные штрафы! Они даже не похожи на водку снова! Вдруг их загипнотизировали! Отведи! Второй раунд! Чем тут время? Там! Убей! Быстро! А, так информативнее! Готов! Народ, летучка! Зачем ты отозвал нас из боя, Питер Квилл? Мы разносили врагов на части! Как будто режу клинком масло! Есть у кого с собой хлеб! Я сражался во множестве битв, но это самое блистательное! Да, блистательно, Дракс. Невероятно и безумно блистательно. Точно. Прямо как сверхновая. Не теряйте голову, смотрите в оба и яростно бейтесь. Кто со мной? Умрите, нет! Да! Так вам не... Я лечу! Останови! Клинок тебе в горло! Дракс, уничтожь его! Время большое! Боль ждет тебя! Я лечу! Вы пятнаете имя корпуса Нова! Кто подумает мир о сознании? Горячего было по нам палить! Должны так выпить! Что-то вроде зачистки. Давай, дружище. Да дальше, Квилл. Может, за такое они спишут наш страх. Сберись со своей судьбой. Давай, здоровяк, покажи им, кто тут главный. Победить их до того, как они победят тебя! Едва выкрутили! Спасибо, дружище! Но... И что? Давай! Чего ты стоп хотел тебя убить? Я должен крепиться! Я рядом, здоровяк! Я не так легко сломить! Давай, нападай! Квилл, осторожно! Моя великая сила не используется! Только один псих может швыряться в пустоту на этом поле! Я считаю, что в приоритете должен быть электрический... Осторожно, бомба! Потом кто благодарит, Квилл! Я думал, мне конец, чувак! Я был бы крайне благодарен за помощь! Я
рядом, здоровяк! Что вы сделали с Центурионом Карел? Рассчитывали встретить Дракса?